Праздник начали отмечать чуть раньше календарной даты. И не случайно, ведь чтобы сказать слова благодарности учителям, одного дня в году мало. В филармонии чествовали лучших педагогов региона. Которые каждый день идут в школы, детские сады, в свои учебные заведения, чтобы сеять разумное, доброе, вечное. И в преддверии праздника мы будем чествовать лучших. А самая главная особенность событий этого года, что мы проводим праздник в год столетия Ивано-Вознесенской губернии. Столетие системы дополнительного образования высшей школы. Ежегодно 10 педагогов удостаиваются звания почетный работник образования Ивановской области. 6 человек становятся обладателями денежной премии президента в размере 200 тысяч рублей. Анжелика Лобова, учитель музыки из Фурманова, одна из них. Говорит, в душе каждого человека живет прекрасная мелодия. Задача педагога ее услышать и развить. А учить она мечтала с самого детства. Ну все, наверное, виновата фортепиано, которое стояло у меня дома. Потом, открывая крышку рояля, мне очень хотелось, чтобы звуки лились целый день. И чтобы эти звуки были прекрасными, как сама музыка. Поэтому, окончив университет имени Некрасова, я с огромной радостью распахнула в дверь в огромный музыкальный мир. В День учителя 5 октября каждый ученик сможет сказать спасибо своему педагогу. Причем кому как нравится. Можно написать стихотворение, подарить цветы или просто улыбнуться и от души поблагодарить. Неважно как, главное, чтобы искренне. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.